Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, вы смотрите прохождение Black Mesa, ремейка к первому Half-Life, к одной из лучших игр, на мой взгляд, если не лучшей, по крайней мере в жанре. В предыдущей серии мы, собственно, стали свидетелем того, что происходит на этой станции, или как это назвать, в этом научном комплексе. Здесь творится полнейший бардак, но в результате, в итоге мы... Нам нужно выбраться на поверхность и найти спасателей. Мы нашли монтировку, и сейчас мы нашли ученого, который говорит, что здесь поблизости есть оружейное. Он попросил нас отвезти в безопасное место его. Заодно он откроет нам туда, собственно, дверь. Так, оттуда мы пришли. Что характерно, когда мы проходили, он там внизу. Мы видели, здесь наверху стоял этот непонятный таинственный мужчина в деловом костюме с кейсом. Ну, то есть, понятное дело, что это был... Что это был... Джимен. Но мы как будто этого не знаем. Так, постой тут, пожалуйста. А нам нужно разобраться с этим товарищем. Хорошо, прилег. А вот это, похоже, как раз-таки пост охраны. Так, ты, я надеюсь, не встанешь? Хотите встать? Из чего у тебя хэдкраба на голове нет? Тут этот маленький по-другому работает. Lead the way. Но местные зомби, они зело страшные. Страшнее обычных. Так, ну хорошо, дайте мне, пожалуйста, хоть какой-нибудь огнестрел. Я не могу уже с этой монтировкой. Safe haven. Да, безопасность. No. Well, at any rate, ну, в каком-то смысле. Так, тут оружие, о котором он говорил. Три гранаты. Ящики с калибром 12,5. Это что, пулеметный, что ли? Что они тут делают? Would someone notify me if they see a bathroom, please? Так, управление как в Half-Life, то есть... Ну, в смысле, это и есть Half-Life. Но, короче говоря, на кнопке Q быстрое переключение между разнообразными типами оружия. Интересно, у нас есть какая-нибудь возможность прицеливаться через прицельные планки? Ну, правая кнопка мыши, по крайней мере, этого нам не дает. Ладно, он тут будет оставаться. А мы, судя по всему, двигаемся дальше. Потому что нам тут делать особо нечего. Так, ребята, мне одному спокойнее. В принципе, я рад. Are you seriously suggesting that all of these beings are here to dine on us? Да, я действительно считаю, что все эти твари хотят нас убить. Так, а что мне тут делать? Are you sure this is the right way? Вот сюда я выйти не могу. Подлечились. А, возможно, так, извините. Возможно, мне... Извини, не нужно мне этих кнопок. Так, и что же мне делать тогда? Мне нужно, похоже, назад идти. Ну что ж, что ж поделаешь. Никакой возможности продвинуться вперед у нас нет. Ладно, пойдем назад. Я не знаю, правда, что у нас там, что нас ждет. Какое-то давление понижаем. Это, возможно, сервоприводы. Тихо. И что это нам дает все? Так, ну труба уходит. А он на время, нет? Да вроде нет. Пока не совсем понимаю, для чего нам эти горячая вода. Для чего нам все эти... Ну, тут уже так сделано, собственно говоря. Одну я уже нажимал. Так, отсюда я пришел. Тут больше, по-моему, ничего нет. Просто я хочу осмотреться на всякий пожарный. И давайте нафиг назад идти куда-то, похоже. Ой, нехорошая дверь. Крайне нехорошая.
Так, сюда мы войти не можем. Ну и ладно. Горячая вода идет у нас к этому резервуару. Но нужно ли мне вообще? Странно. Ну давайте двинем в эту сторону, а тут посмотрим, что тихо. Вот этого не было, по-моему. Ага, понятно. Здесь очень низкая температура, и я не хотел бы долго находиться, потому что постепенно начинают... Короче, плохо становится персонажу. Давай, иди сюда. Я думаю, так у нас получится. Отлично, приятного аппетита. Ом. Я слышу тебя за стеной. Ух ты, елки-палки. Ну согласитесь, с оружием себя чувствуешь намного более удобно. Даже такому, то есть человеку, как мне, косому. Ой, я весь забрызгался. С оружием будет полегче. Тихо. Бомбы. Хорошо, это было просто. А, ну да, вортигонты в этой игре, они же... Ты посмотри, как он дверь вынес. В этой игре вортигонты, они подчинены, собственно, Альянсу. Вот эти вот ошейники на них. Нам на это красноречиво указывают. В данном случае они служат именно интересам комбайнов. Так, понятно с вами все. Мне, похоже, сюда придется прыгать. Так, ладно, ты пока стучись. Это охранный пропуск 4 уровня. У нас 3 уровень, так что... Гордон, ты? Это... Тихо. Я не знаю, ни с одного выстрела, что ли, сдохнул. Парень описывался, это не особо хорошо. Так, ты вылезешь, может, пошли со мной. Run along, Freeman. I've some sordid business to attend to. Ладно, говорит, двигайся вперед, у меня тут свои дела. Ну, как хочешь, дело твое. Написано осторожно. Бойтесь. Каров. Так, ну что, у нас на самом деле не остается другого пути, кроме как вот технические помещения. Ой, ненавижу такие места, сразу вспоминается. Край эфир. Они что, дерутся между собой? Ну-ка. И ни одна не взяла. Ну-ка. Я не помню, чтобы в оригинальной игре они... Ну ладно, неважно. Могли перехватывать друг у друга, отбирать. Ты посмотри, а. Так, кушай. Крабик твой живой? Нет. Надо экономить патроны, я не думаю, что мы скоро найдем еще одну обойму. И вот это, по-моему, самая ужасная идея, крутить этот вентиль. Я, конечно, не уверен, но... Тихо. Ладно, это было кривовато. Отлично. О, так. Тихонько.
У него позвоночник распорот, что ли, я не понял. Ух ты, посмотри, что у него с головой. Да, такого в оригинальном Half-Life 2 не было. Теперь вы видите, что происходит с головой человека после того, как с ней подружится Headcrab. Так, мы круг сделали. Отлично. Собственно, у нас остается одна дорога, он туда вперед. Хорошо. Допустим. Так, ну что ж поделаешь. Вода польется, да? Ну, это было предсказуемо. Отцепись! Твою мать, как он меня погрыз-то. Ладно, ладно. Я уже понял, что ты как... Фу. Чуть не навернулись на этом. А как называется этот тип монстров в этой игре? Хорошо, тут у нас аптечка. Вроде тихо. Живые есть? Судя по всему, нет. Это насколько надо попасть, чтобы в огромном комплексе остаться единственным живым 17 патронами. Это просто ужасная карма у человека, по-моему. Но, по крайней мере, он жив. Как-то тихо. Подозрительно, я бы сказал. Тихо. Ладно. Ой-ой. Я думаю, что такое? Отвык от этой игры. То есть, просто не понимаю, что это вообще означает вспышка. А вспышка означает, что прямо у нас на глазах кто-то только что телепортировался. Так, нам сюда, что ли, идти? Не особо бы хотелось, честно говоря. А там что? Там тоже что-то есть. Но туда я попасть смогу только, допустим, подвинув как-то этот ящик туда. Возможно, это пасхалка. Это было бы круто. Ну-ка. Так, не пролезаю. Ну, давай вот так, в эту сторону. Да ты спокойно. Хорошо так. Пожалуй, потрачу-ка я патрончики. Но, судя по всему, она не откроется. Это я зря, по-моему. Ладно, попробовать стоило, верно? Так, что у нас тут? Охранная комната, возможно, тут у нас еще припасы есть. О-о-о, а тут у нас просто мяснина какая-то. Я даже не хочу туда заходить. Но придется. Ага, придется. Ёлки. Вот это спуск. Слона-то я и не... Это что такое-то? Слона-то я, как говорится, и не приметил. Так, давайте посмотрим, что у нас. Но я не думаю, что с этой стороны откроется. В результате у нас два варианта. Либо нажать эту кнопку и поехать вниз, судя по всему.
либо проверить сначала вот этот вот сервисный вентиляционный лаз. Я думаю, сюда сначала сходим. Да, отсюда у меня есть такое ощущение, что мы пойдем именно в комнату охраны. Это нам сейчас явно пригодится. Пистолет, конечно, неплох, но мне бы какой-нибудь, я не знаю, дробовичок. Вот это было бы крайне хорошо. Да. Все умерли. Ты как? Лежи тут, не шевелись только. Видеокассеты, видеокассеты. А, ну собственно, нам надо включить питание, понятно. То есть нажав там на кнопку лифта, я бы ничего не добился, похоже. Ну ладно. Я-то надеялся, что я сюда иду за патронами. Как минимум, чувствовать себя мы стали гораздо лучше, верно? Во всем нужно искать положительные стороны. Еще один служебный лаз, но туда мы попасть не можем. Так, секунду. Так, ладно. Так, к сожалению, зарядник пустой. Зона закрыта. Только для уполномоченного персонала. Ладно, уходим отсюда. Похоже, нам нужно спускаться вниз. Хотя я хотел наверх, конечно. Но хоть куда-то можем продвинуться. С ума сойти. Масштабы этой станции, конечно. Ой-ой. Блин, ну... Да твою, ёлки-палки, ушел. Давай, давай, давай. Да сколько вас тут, ё-моё, откуда взялись-то все? Да давай уже, ну. Вон спуск. Да ты посмотри, что творится. Нет, это просто, это... Так, нужно было туда зайти. Просто, наверное, один из лучших ремейков, который я когда-либо играл. Да что ж с вами не так-то, а? Фу, нехило так они меня покусали. А что же это там такое было? Судя по всему, я мог туда забраться. Как минимум, это дало бы мне... Или это не подзарядник? Ну-ка, я могу наверх поехать обратно? Жаль. Ну что ж поделать. Мне было маленько не до осмотра окрестностей, когда я спускался. И что же мы тут имеем? Опять вода, опять... все затоплено. Так, это плохо. Приятель, ты... Как минимум, спасибо за патроны. Ладно. Так, нам, по идее, наверх туда не нужно. Да мы и не сможем, похоже. Закрыто. Жаль. По сути, у нас есть электрокар. Почему бы нам не открывать с его помощью эти двери? Не рвать их просто в клочья, если уж на то пошло. Ну ладно, не будем придираться. Так, только не говорите, что мне сюда, пожалуйста. Натекло-то. Нет, похоже, не сюда.
Слава богу. Так, подтекает. А представьте, какая сырость вообще в этом комплексе. Ой, это... Ну, замечательно. Кто-то что-то неудачно сделал. Так, хорошо. То есть, как правило, в таких комплексах должна быть куча насосов, которые будут откачивать постоянно скапливающуюся вокруг стен воду. То есть грунтовые воды — это самое страшное дело в таких подземных сооружениях. Ну ладно, тем временем мы... Супер! Мотивирует, да? Да что ж ты ползаешь тут, болезная? Сам ушел, самоустранился. Парень отдыхает, похоже. Так, ладно, я надеюсь, сюрпризов тут не будет. Блин, нужно убираться отсюда хотя бы до какой-нибудь станции связи. Я не знаю, что там самым логичным было бы в такой ситуации. Но самым логичным было бы, в принципе, я не знаю. Хотел сказать, выбираться к лифту, но вспомнил, что самая даже возможность тут не предусмотрена. Так, понятно. Пролез. Но это, судя по всему, туда же ведет, да? Понятно, мы оказались с другой стороны, отлично. Куда подевался паренек? Куда паренек подевался? Ненавижу колодцы. Так, ладно, туда мы успеем пойти. Хорошо. Не особо нам сейчас нужно, но все. Да офигеть, ну... Ох, что это за пакость такая? Это феромоны какие-то, что ли? Мягким знаком. Да она такая красивая была. Пакость. Что там за звуки были? Ну, замечательно. Пойдемте вниз, что нам остается-то еще. Смотри, куда наступаешь. Да я ж стараюсь. Чуть не убился. Сам главное сказал только что. Так, ладно, допустим. Хорошо, что рядом с ней были бочки. Да что за звуки оттуда идут? Твари. Со здоровьем все неплохо. Блин, ну насколько все круто сделано. Это, ну, в принципе, за то время, за которое они делали эту модификацию, на чистом энтузиазме. Это, представьте, 6 лет делать кропотливого труда. Это не хухры-мухры. Вот такая вот проработка каждой локации. Это просто, блин, заслуживает уважения. Это с ума сойти, когда люди чисто вот на фанатизме делают это, по-моему,
очень дорогого стоит. Что разработчики Cryofear, что разработчики Black Mesa. Ну это просто, я не знаю. Так, что нам прыгать остается? Ну спрыгнем мы туда, и что дальше? Причем не просто не испортили механику игры, а сделали ее лучше, добавили в нее именно элементы из второго Half-Life, то есть фирменную физику, игру света и тени, как катсценами разбавили. То есть вот эта вот тварь плюющаяся, она, насколько я помню, в оригинальной игре не делала вот такого, что беглых хэдкрабов мочила просто. Или как он там взрывает на мостике. Та тварь, которая ультразвуком бьет, как она взрывает, собственно, этот мостик. Возможно, я, конечно, что-то путаю, но, по-моему, в оригинальной игре такого не было. Хотя, конечно, я помню ее постольку-поскольку. Но, по-моему, это оригинальная уже разработка. Как же тут мутно и нифига не видно. А, вот сюда. Это что за пакость на полу? Я даже не хочу туда идти. О-о-о, пакость. Не до посты. Да, она пустая. Ты ее всю, похоже, использовал. Не помогло. Ранен ты был в грудь. Тебя просто порвало. Так, ну ладно, хорошо. Да ничего хорошего. Ты посмотри, какая гадость. Это же просто Ктулху. Обалдеть. Все лучше и лучше. Ненавижу длинные пустые коридоры. Такое черно-белое и должно быть прочитано раз, ну много-много раз, то есть это техника безопасности, похоже. Хорошо. Ох, не люблю, когда лампочка дневного света так гудит. Просто трубы. Это не какие-то непонятные, нехорошие звуки. Так, надевайте наушники. Здесь, похоже, временами было громко. Офигеть. Вот это погрузочный цех. Ну... Я не могу сказать, что мне это нравится. Ох, твою дивизию. О нет, только не говорите мне, что поэтому придется прыгать по всему. Кровь, понятно. О, это что-то там. Так, сюда мы не попадаем, к сожалению. Как же нам туда вообще зайти? Вполне возможно, там есть что-то хорошее. Но сомневаюсь. Так, ну что, давайте преодолеем это препятствие. А я надеюсь, мы его преодолеем. И, собственно, будем заканчивать на сегодня, наверное. Так, вот опять же задействована физика. Я не уверен, что в оригинальной игре это было вообще физически возможно. Ну да. Оп, ой, аккуратно. Паркур.
Так, и в принципе все. Я думал, просто можно будет еще куда-нибудь пройти. Но, судя по всему, нет. Отлично. Я привык к местной системе прыжков. Теперь будет проще. Так, где это мы? Вроде никого, место достаточно спокойное. И давайте на нем прекратим на сегодня. Продолжим в следующей серии. Этот ремейк просто поражает меня, честно говоря. Настолько все сделано круто и настолько... Вот это вот на самом деле, это не просто не стыдно продавать за деньги, не стыдно причислить к официальным играм по серии Half-Life. Настолько высокий уровень здесь всего, то есть проработки всего, что это просто заслуживает, ну, на мой взгляд, 10 баллов из 10. Надеюсь, вам нравится. Ой, кто это? Вот как раз внимание к деталям, о котором я говорю. Жучки, жучки ползают. Вот эти вот всякие вот текстуры, это все тоже же. Короче говоря, надеюсь, вам нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.